Первое слово – главное слово в каждой судьбе. В Самарском детском саду номер 264 – праздничный утренник, посвященный Дню Матери. Звучат стихи и песни. Все для нее – самой родной и любимой. Слезы в зрительном зале и теплые объятия после выступлений. Красноречивее любых слов. Я до сих пор в слезах. Но это очень мило, это очень нежно. Мама и ребенок – это сердце половинки. Очень связаны. Это очень нежный такой праздник. Я считаю, что именно в этот день мы должны еще больше своим мамам сказать спасибо, сказать о своей любви, обнять, поцеловать. В подготовительной группе дети мастерят открытки и раскрашивают тематические картинки. Все разговоры за столом о маме. Мама самая ласковая у кого, самая добрая, самая красивая. Моя мама очень любит готовить. Играть. Это Светлана Геннадьевна. Она работает фотографом. Скажу маме, чтобы она была здоровая, крепкая и всегда была с нами. Мама, с праздником. Я маме желаю, чтобы она была здоровой, никогда не болела. Чтобы была красивой, долго жила. У меня цветы. А вот здесь вот ваше солнце. Она любит особенные цветы. Не все. Я забыла, как называются. Но они бывают с разными лепестками, с разных цветов. А твоя мама какая она? Красивая, добрая. Умная. Заботливая. А что ты маме пожелать можешь на праздник? Счастья, здоровья, красоты. А в младшей группе дети смастерили в подарок мамам поделки в форме цветка. Расскажи про твою маму. Какая она? Красивая, добрая. Знаешь, что у мамы праздник скоро? Что ты ей приготовила? Бумажку. Мамочка, я тебя люблю. Ты же знаешь, что у мамы праздник скоро, да? Расскажи, что ты ей приготовила. Подарок. Какой? Сюрприз. Сюрприз. Как ты маму поздравишь, что ты... Днём рождения. Я маму люблю. Ее поздравляю с праздником. Я ее люблю, она очень красивая. И она очень любимая. Символ праздника – цветок-незабудка. Он олицетворяет преданность, нежность и бескорыстную любовь. То, чем наполнено материнское сердце. В детском саду воспитанникам с малых лет рассказывают о семейных ценностях, традициях, прививают трепетные отношения и заботу к родителям. День матери – это особый праздник. Праздник теплоты и такой особой радости. И хочется всем мамам в этот замечательный праздник пожелать душевного спокойствия, крепкого здоровья, любви и, конечно, огромного счастья. Ну а пока стихотворение наизусть, цветы на открытке и простые слова «Я тебя люблю» – все, что нужно для маминого счастья. Мамочка, родная, я люблю тебя! Галина Топилина, Петр Паламеев, События.